Всем привет, с вами как всегда Блочки, это Стоунблок, мы продолжаем выживать на этой офигенной сборочке. Ну что ж, и в сегодняшней серии мы будем делать большой реактор, но это вы уже поняли по названию. В общем-то, тут у меня диски почему-то забились, да, я тут сделал себе вот такую вот штучку на... Стоп. Из нее можно сделать вот эту. Она, по-моему, как самая максимальная, да? Или нет? 16? А я почему-то на 4 подумал, что она максимальная. Да, из нее уже, получается, нельзя сделать. То есть мы... Ох, тогда ее закажем. Так, ресурсов мне хватает, все хорошо. И сколько мне теперь ждать, получается, нужно будет? Так. Оно мне не показывает, сколько мне ждать. Я, по-моему, Майнкрафт сломал. Вот, все работает. Окей, так. Значит, что нам надо? Нам нужен реакторный корпус старый. А, тут графит нужен, а у нас графита нет. Вот это поворот, и что нам делать? Блин, тогда надо какую-то ферму с графитом сделать. У нас серьезно нет графита? Да, у нас нет графита, вот. Блин, тогда я сейчас... Сделаю по-быстренькому графитовую курицу, если такую можно сделать. Да, такую можно сделать. Это уголь и краситель черный. Все, я пошел ее делать. Так, все, тут я графитовую курицу сделал. 10-10-10. Все. Так, это странно. Ну, ладненько. Графит сейчас вот отсюда заберем тогда и сюда его засунем. Блин. Тут у нас получается уже 371 слиток. Это хорошо, вроде как. Вроде как бы и плохо. Блин, FPS, что с ним не так? Да, что тут карточка-то моя скрафтилась? Нет, уже 7 минут крафтится, ничего себе. Долго. Так, я вспоминал, как часы делаются. А, и мы делали экстрим реактор, получается, экстрим. Так, окей, что нам нужно? Это реакторный корпус. Ядро реакторного корпуса. Ох-ох-ох-ох-ох. Я надеюсь, сделаю я все то. Так. Закинем пока сюда. Потом, получается, реакторный контроллер. Это ручками, наверное, сделаем. Тут нужен очищенный уран. Блин. Ай. А с курицы его можно добыть? А, да, курицу тоже можно сделать. Это получается Redstone и Ender Pearl. Окей. Я тогда пошел опять же скрещать куриц. Ну-ка сейчас посмотрим, может что-то мне еще нужно сделать. Елориум у меня есть? Нет? Вообще вот Елориум, как у меня с ним? 61 штука. Еще и Елориум мы курицу сделаем. Ну и вроде как бы все, больше ничего не надо. Да, то есть только нужен уран. И все, и Елориум. Все, я пошел делать опять же их. Ну что ж, народ, карточка сделалась, все, кайф. Так, что нам теперь нужно сделать? Это получается реакторный порт доступа. Это мы ручками сделаем, окей. Окей, ладно, то есть нам получается нужно заказать много реакторных корпусов. 512 пусть что ли пока будет, я не знаю. Так, дело в том, что получается нам нужно сделать... Реакторных топливных стержней точно 81 штучку. Так, ладно, я чуть-чуть переборщил. Потом, получается, нужно будет сделать реакторный порт доступа. Две штучки, если я понимаю, то их можно будет поменять, да. Две штучки готово, получается, что еще? Получается вот это, 64 и... Это 20... Ай, ладно, пусть будет столько. Два стака все равно. Так, это есть порт охлаждения. Это нам не нужно, наверное. Реакторный корпус делается. Реакторный контроллер. Сделаем один. И нам еще нужно, получается, то, что будет забирать энергию. Это не Rednet реакторный. Контролирующий стержень. Нам нужно сделать 9 штучек. Каев. И все вроде как. Реакторная Redstone Flux розетка. Сделаем, наверное, ее. Я не знаю, какую-то розетку сделать.
Ладненько. То есть можно пока что взять, получается, наш реакторный корпус и пойти делать это все. Но мне кажется, этого нам будет мало. Квест реактор КЕФ. Это где у нас Power Generators? Да. А, вот, в принципе, он здесь все говорил, что нужно было сделать. То есть мы завершили квест. Прикольно. Давайте откроем Loot Chest. Капец, что-то я заговариваться начал. Так, вот наша комната. Нам получается 11 на 11. Он будет наш реактор. Он, я так понял, максимальный он идет 11 на 11. Вроде как. Но мы сделаем 11 на 11. Да, большой он так-то получается. Сейчас я еще раз все-таки проверю, 11 на 11 он делается или как. Короче, я посмотрел, максимально получается 16 на 16 и на 15. Но я сделал 11 на 11 на 11. Я не знаю. Пусть будет такое, в общем-то, делаем. Так, вот он, значит, мы его сделали, да. Краев, прям вот вообще прекрасненько. Теперь нам, получается, нужно будет сюда сделать шины импорта и шину экспорта. Один интерфейс и не точку, а плагин, по-моему, он называется. Так, значит, что нам нужно? Так, по-моему, здесь должен стоять приемник. Приемник. А, и нам еще нужна труба. Здесь экспортер, здесь импортер. Сюда, получается, пойдет только елориумный слиток. Нам, получается, нужен елориум. Уже на 1000. Ай, кабель. Угу. Кабелек. Сюда. Сюда. И вот так вот. Все, он работает, это хорошо. Так, елориумный слиток. Он заправляется, это хорошо. Теперь нам, то есть, нужно будет только вот здесь, получается. Да, осталось нам дождаться графитовых блоков. Сейчас покажу, как это все будет примерно выглядеть. То есть мы, получается, на графите. На графитовых блоках вот так вот поднимем их вверх. Я не знаю, что это такое, как это вообще работает, но так было написано в гайде и так делал зарубежный ютубер. В общем-то. И вот сюда мы, получается, будем разливать наш жидкий криотиум. Я его уже сделал, так сказать, немножко, но много. У меня вот уже бочка на 56 ведер есть. Нам, получается, в одну такую ячейку нужно 81 ведро. И также у меня здесь стоит вот такая вот небольшая ферма на сад клашей из Immersive Engineering. Такой вот Bliss Essence. Да. Вот. И то есть нам теперь нужно, то есть, дождаться только графита, чтобы сделать графитовые блоки. Ну да, вот опять не хватило у нас графитовых блоков. Печально. Все, в принципе, одна сторона у нас уже готова. Осталось еще две сделать. И сюда я, наверное, пока буду разливать жидкий криотиум, чтобы было чуть-чуть да быстрее это все. Ну что ж, ребята, я тут сверху все доделал. Я рад. Поставил сюда разъем и давайте запустим наш реактор. Как-то он греется. Блин. Надеюсь, он не взорвется. А, страшно. Хоть бы он не взорвался, я надеюсь, что я сделал все правильно. Он выше не идет, смотрите, здесь 1000. А, нет, идет. Хотя вот 1655, 56. Он греется и больше никуда не идет. Но выход у нас тут 45 кило. Ох ты, кайф. Ребят, короче, мы сделали все, что хотели в этой серии. Я прям рад вообще.
Все, реактор есть. Получается, на выходе, наверное, у нас там какая-нибудь штучка. Сейчас посмотрим, что у нас. Так. Стрим. Да, графит есть, иллариум есть. В принципе, иллариум не изменяется, он только прибавляется. В минус он не уходит. КФ, то есть реактор есть. Все, блин, я думаю, может сейчас еще и турбины к нему построить. Ну ладно, сейчас посмотрю, что да как у нас тут идет, и скажу. В общем-то, я подумал и скажу, что турбины мы не будем делать, потому что это, грубо говоря, умножение. То бишь, вместо 45 у нас будет 100 кило рефтик. Ну, блин, а зачем, если у нас вот эти вот хранилища, они тупо заполнены? Я еще тут добавил 3. У нас уже их получается не 25, а 28, и у нас 3,5 биллиона РФ скоро уже будет заполнено. Ну, типа, я не понимаю, зачем, ладно. Если так, если хотите, то пишите в комментариях, мы обязательно сделаем. Я вот разобрался, как эта штука работает, и я поставил ее заполняться, вот она потихонечку заполняется. Еще там переставил, получается, вот эти контроллеры, потому что я поставил один контроллер куда-то вот сюда, и оно просто не видело вот эти вот блоки. Я такой, типа, чего, почему у меня нет редстоуна? Смотрю, а у меня его там уже вообще должно быть дофига у нас его. Что около 48 тысяч было. 50, по-моему. Вот. Нам, наверное, нужно сделать какую-то броню. Либо из Project E начать делать броню, либо из Draconic Evolution. Нам в любом случае придется делать ту и ту броню. И давайте начнем, наверное, с Драконика. Сейчас пойдет, скорее всего, просто быстрый крафт для вас. Ну что ж, вот наша драконьем броня готова. Ой, сейчас темно, мне кажется, будет. А как-то я летать не могу в ней? Блин, а так неинтересно. Ну-ка, может, все-таки могу летать? Ой, темно-то как стало. Да, вот настолько у нас темная база. Ну-ка, сейчас посмотрим. Творческий полет, пусть будет на нам 5. Нет, я не могу в нем летать, печально. А, вот так. Не, все равно летать не могу, так неинтересно. Наверное, нужно какую-то штуку сюда добавить, чтобы я мог летать. Да ладно, сейчас у нас все заряжается, я пока все-таки побуду в своей броне, она мне больше нравится. Так, вот все вещи, я так понимаю, у нас перешли. Ну да, прикольно. Ну и это теперь мы можем уже уничтожить. Все это нам не нужно. Так, оно не хочет заполняться, нужно, наверное, хоть бы... А, нет, оно заполняется потихоньку, ладненько. Окей, давайте тогда еще и Project E сделаем броню, потому что до Драконика нам чуть-чуть трудноватенько будет. Все. Тоже прекрасно мы это сделали. А, и дальше идет, по-моему, простое улучшение, да? Да. Самоцветы. В общем, ребят, я передумал, короче, все-таки сделал вот эту драконью броню. Оу, да, какой я жесткий. Ой, еще и летать могу. Оу, да. Тупо скрин. Ну что ж, ребят, я добился этого, я... Потемнело все. О, пойдем на свет. Чтобы вы меня видели. Я добился этого, кайф. Я сделал вот эту офигенную броню из драконика. Ох, все прикольно. В следующей серии мы, наверное, пойдем дракона Хаоса убивать. Прекрасно, давайте теперь заберем квест и посмотрим, что нам там выпадет. Так, первый сундучок колба, неинтересно. Третьего... О, инварвый молот, как мы тебя давно не видели. Апгрейд спид, виверн коры, слиток моностали. Прекрасно, в принципе, это все хорошо. Но все равно моя броня мне нравится больше, потому что у меня есть ночное видение, и я вижу все хорошо. Ох ты, как хорошо-то все. Ну что ж, ребята, на этом я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а на этом всем удачи, всем пока!